Всем привет! Вы смотрите шоу «Рогов в деле», в котором мы не просто дарим новый образ, мы меняем жизнь. И сегодня в выпуске вы увидите. Здрасте. На самом деле, прежде я хочу поговорить с вашим сыном. Здравствуйте, добрый вечер, как дела? Это наша фэшн-лаборатория. Три ярких лука, три прически и три макияжа. Настоящий тройной фэшн-заряд. Грудь, талия, линия бедра, платье жуткое, все остальное супер. Я даже не знаю, показывать вам или нет. Может быть, интригу сохранить. Юбка эта мне обошлась в 38 900 рублей. Этот лук будет самым дешевым, а выглядеть будет дороже, чем остальные. Я даже маме своей такой не купил бы уже. Ты вообще без челки никогда не была? Ну, во взрослой жизни нет. А можно посмотреть, что там под ней? Вот прям дождитесь зеркала. Первого, второго и третьего. Ну а вам, девчонки, напоминаю, что у нас будет еще две укладки и еще два макияжа. Мы готовы? Мы готовы. Самый яркий, самый впечатляющий момент нашего шоу. Есть жизнь без челки. Прощайся с собой. Пока-пока. Но если вам не нравится, я не виноват. Рогов в деле. Лифт, 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 лифт. Ай. Мне так ногу прищемило. Я уже нахожусь в лифте дома, где живет наша сегодняшняя героиня Алина. Я по традиции без предупреждения приехал. Пойдемте Алину удивим. О. Здрасте. Алина Острожкова, 45 лет. Попала в наше шоу благодаря своему сыну. Алина, я к вам в гости. На самом деле, прежде я хочу поговорить с вашим сыном, который подал заявку в наше шоу за вас. Он дома? Дома. Пройти можно? Можно, пожалуйста. Обниматься будем? Будем. Привет. 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 Я по традиции без предупреждения рад встрече и вижу, что радость взаимна. Да, я очень рада. Пойдем? Неожиданно, да. Ну, пойдем. Данила! Привет. Меня Александр зовут. Данила. Данил, я знаю, что ты подал заявку в мое шоу «Рогов в деле». Хочешь, чтобы мы преображали твою маму? Да. Почему ты считаешь, что маме нужно преображение? Она после смерти отца была очень в себе, все время была подавлена. Делала вид, что веселая, на самом деле нет. Решила сделать такой подарок. И она, к сожалению, ну, к счастью, об этом не знала, никто не знал. Каким-то образом она потом... И вы ей звоните. Да. И все выяснилось случайно? И она узнает. Да ладно, ты реально ничего не рассказывал? Нет. Алина, у тебя такой крутой сын, на самом деле. Я вижу, как он тебя любит. Я вижу, как он за тебя переживает. Данил, спасибо тебе большое, дай 5. Ну, я тогда украду твою маму ненадолго, мы здесь поболтаем, она мне обо всем расскажет. Ты-то считаешь, что тебе нужно в нашу программу? Ну, да. Ну, ты хочешь? Хочу. Тогда я прохожу, раздеваюсь, и мы все обсудим. И давай поднимем тему, которую сын твой, на самом деле, уже начал. В семье случилась трагедия. Поделись со мной. 3 года назад случилась непоправимая трагедия у нас дома. Умер мой муж. Угу. Мы 2 года боролись с онкологией, но, к сожалению, победить мы ее не смогли. То есть был тяжелый уход, тяжелый период ухаживания, тяжелый период ухода. Все было очень, очень тяжело. И вот по прошествии 3 лет я до сих пор не пришла в себя. То есть любые шаги на лестничной клетке, я жду, у меня сердце начинает стучать, да. То есть вот все, мне вот прям кажется, что вот сейчас откроется дверь и войдет. То есть для меня он, он часто по работе ездил в командировки, вот для меня он в командировке, и вот я все жду, жду, когда он вернется. Ну. Прими мои соболезнования. Спасибо. Ну ты очень светлая, я это чувствую. И у тебя потрясающий младший сын. Да. Видно, как он любит свою маму, как он за тебя переживает, как он тебя чувствует. Да. Что он сказал в коридоре? Она делала вид, что все хорошо, но он же понимал, что это не так. У меня было впечатление, что вот ему было 10 лет, и он полностью взял на себя заботу обо мне. То есть ни один поход в магазин он не дает мне ни одной сумки. То есть вот мы идем, он прям вот, мне кажется, их волочет по земле. Я говорю, дай, ну хоть одну дай. Я мужчина. Резко повзрослел? Резко повзрослел, да, ему пришлось повзрослеть. Как ты переживала уход супруга? И была ли ты к этому морально готова? Он уходил у меня на руках, он уходил у меня на глазах. И тогда у меня было одно единственное чувство. Пусть так, пусть лежит, но
10 лет, 20 лет, но лишь бы вот он был рядом со мной. К сожалению, его больше нет. Но я, знаете, все время, вот у меня сын любит астрономию, да, угу. У него мечта открыть планету, звезду, и назвать ее в честь папы. И когда он мне об этом говорит, я часто вот вечером подойду к окну, смотрю, и мне кажется, что вот какая-то звездочка мерцает, и то он. Ну, потому что очень скучаем мы по нему, очень. Да, и мне даже вот ребенок, вот прошел месяц, когда со дня смерти отца, у него была очень сильная истерика, он кричал, вот мама, что я в жизни сделал, мне 10 лет, за что у меня забрали отца. Вот, представляете, да. И вот я стояла, я не знала вообще, как ему это объяснить. Он очень помогал мне за ним ухаживать. Я очень хочу подарить тебе модный праздник. Так что, Алина, я в любом случае тебя поздравляю, ты в нашем проекте. Спасибо. Я хочу заняться твоим преображением. Мы даже не о преображении будем говорить, мы будем говорить о поиске новой тебя. Давай займемся этим. Да. Давай перейдем с тобой к разбору гардероба. Я хотел бы сделать это сегодня. Где гардероб? Давай, в комнате спальни Пойдем? Моей. Да. Пойдем. Спасибо тебе большое за откровенность. Я, правда, очень-очень-очень-очень сильно хочу подарить тебе праздник, чтобы ты вспомнил о том, что ты не только мама сейчас, но и привлекательная женщина, чтобы ты себя любила и эти слова смогла произнести в финале программы. Хорошо. Хорошо? Да, я еще я видела здесь фотографии, стоит это супруг, да? Да, да, это мой. А это ты? Это я. Угу. Да. Это старший? Это старший сын, да, Никита. Алина, у вас такие красивые дети получились? Да. Мне кажется, такие прикольные ребята. Ну да. Очень круто. Хорошо. Пойдем? Пойдем. Туда? Да. Рогов в деле. Вот оно, Алинино богатство. Я быстро познакомлюсь с твоим гардеробом. Здравствуйте, добрый вечер. Как дела? Прежде чем я вынесу свой вердикт, задам тебе вопрос. Расскажи мне, пожалуйста, о своем стиле. Я, наверное, длительное время работала юристом. Поэтому заседания в судах, так. Встречи, ну, это в основном были ну, юбки, блузки, угу. Ну, брючный костюм. Да, классика. Классика, хорошо. А есть ли стиль не у юриста Алины, а у девушки невероятной Алины? Нет, наверное, нет. А что Алине нравится, не юристу? Алине не юристу нравится платье. Так. Нравится... Юбочки. Так, ну, в общем, шортики. Девочка, да? Да, настоящая да, девочка да. Там у нас в душе. Ну, давай проверим, есть ли тут платье. Ребят, а платья здесь имеются. Смотрите. Раз платье кружевное, золотое. Два платья серебряное. О, еще смотри, какой тут платье-жакет. А, вот тут у нас платье с кружевными вставками. Здесь у нас, Алина, ты просто... Красный комбинезон. Здесь еще у нас платье вот такое плиссированное с анималистичным узором. Здесь у нас еще одно платье. Алина. Алина, вообще, что творится? Тут еще платье. У меня такое ощущение, что весь этот гардероб и все эти платья из прошлого. Да, практически все это из прошлого, да. То есть у новой Алины, по большому счету, нет нового платья. Нет. И желания такого у Алины не возникало. Ты же понимаешь, к чему я клоню? Понимаю. Я считаю, что тебе надо начинать новую жизнь. Тебе, женщине. И сразу сейчас извинюсь за, возможно, бестактный вопрос. Какие у тебя планы личного характера? Если бестактно, можешь не отвечать. Ну, в монастырь я уходить не собираюсь. Так. Поэтому, если встретится хороший молодой человек... то, может быть, конечно, я не ставлю крест на этот вопрос. И даже своему ребенку, который очень слезно просил меня больше никогда не выходить замуж, да, был у нас такой момент. Да. Так, проверка сейчас важна. Что ты ответила? Я ответила, что я не могу тебе этого пообещать. Это твоя жизнь. Да, я сказала, что вот как оно сложится, так и будет. Как бы обещать, что нет, я не буду, потому что ну, это было бы тогда нечестно. И это ни в коем случае не будет предательство. Нет, это не будет предательство. Это не будет предательство. То мое всегда будет со мной. Я хочу, чтобы ты жила
Я хочу, чтобы ты ожила. Я тоже хочу. Я хочу, чтобы у тебя было желание наряжаться. И так классно, что ты любишь платья. Но я хочу, чтобы ты носила новые платья. Ну и даже если эти платья из прошлой жизни, они не модные. Какие у тебя теоретически есть поводы для выхода в свет? Ну, я в театр люблю ходить. Так, вот довольно-таки часто. Давай представим, что ты идешь в театр сейчас. Вот что ты наденешь? Даже, возможно, что-то из того, что я держу в руках. Нет, из того, что ты держишь, я ничего, наверное, не одену сейчас. Ну, может быть, вот одела бы вот... Ну вот, строгое синее платье. Угу. Так, что ты обуешь? Туфельки. Туфельки имеются? Ну, где-то имеются. Да, вот иди ищи туфельки, надевай платье, приходи ко мне сюда. Давай, давай, давай. Посмотрим на тебя. Хорошо. В платье. Давай, давай. Алина, вопрос на засыпку. Отгадай, что у меня сейчас была за реакция? Не знаю. У тебя шикарнейшая фигура. У тебя потрясающая фигура. Просто любоваться тобой можно бесконечно. Грудь, талия, линия бедра, платье жуткое, все остальное супер. Понимаешь? Ну смотри, для театра простовато. Что ты должна иметь в своем гардеробе? Мне кажется, должно быть побольше каких-то простых базовых вещей. Я всегда про базу рассказываю. Я тебе предлагаю избавиться от несовременных куцых вещей. И вот ты видишь сейчас узкий, куцый, укороченный, несовременный офисный жакет. Я не хочу видеть в тебе офисную тетю. Я хочу видеть в тебе молодую, прикольную, улыбчивую девушку. Это точно убрать. Смотри, вот это у нас просто пережиток прошлого. Ну, совсем, да. Совсем. Когда пережиток был куплен? Ой, очень давно. Понимаешь? Да. 300 лет тому назад, а ты хранишь в гардеробе. Примерно, да. Ну, вот зачем тебе это нужно? Я даже маме своей такое не купил бы уже. Хотя всем кажется, что это классика. Классическое платье, классический жакет. Смотри, как мы прорядили уже гардероб. Это блузка. Я понимаю. Это комплект? Да. О, подержи брюки. Прям раскрывай их. В принципе, это симпатично. Единственное, скучновато для меня, но неплохо. По отдельности это носишь? Нет, по-моему, ни разу не одевала. Ну вот смотри, не будь заложницей комплекта. Но ты должна понимать, что ты и брюки отдельно сможешь надеть. Смотри, видишь сюда, как они подходят? Также отдельно эту блузку ты тоже сможешь носить. Купили себе брючный костюм, помните, всегда по отдельности можно носить и жакет, и брюки, и, естественно, носить вместе можно тоже, и даже нужно. Это оставляем. Отлично. Так. Ну, вот эта толстовка с лисеной будет мной оставлена, если ты будешь очень сильно просить. Я не буду просить. Не будешь? Не буду. И это, мне кажется, тоже был комплект. Да, это комплект. И ты тоже носишь только так. Да, я тоже. Смотри, включаем фантазию. Комплекты покупать можно, ничего страшного в этом нет, потому что у тебя сразу есть и верх, и низ, но ты все это тоже можешь носить по отдельности. Вот брюки я тебе оставил бы, а вот от этой толстовки из детской лисёны я бы избавился. Хорошо. Давай брошу туда. Давай. И, наверное, на этом закончим. Здесь я вижу джинсы, да. Еще всевозможный трикотаж. Да. Ну вот как-то так. Мне хотелось бы, чтобы ты начала новую жизнь полноценную, чтобы в твоем гардеробе появились новые вещи, я этим займусь. И вообще, я надеюсь, что преображение в нашем шоу действительно вернет тебе веру в себя. И у меня есть для тебя один совет. Чтобы улыбка была сияющей, я рекомендую пользоваться зубной пастой Rox. При производстве пасты используются уникальные формулы и авторские технологии. Она эффективно защищает от кариеса, освежает дыхание и создает длительное ощущение чистоты. Rox – умные зубные пасты для взрослых и детей любого возраста. Вот так. Здорово. Алин, ну тогда на сегодня все. Мы сейчас с тобой расстанемся. Встретимся завтра в нашей фэшн-лаборатории, и тебя ждут чудеса модные, невероятные. Ура. Просто невероятные. Давай обнимемся. Давай. Спасибо тебе. Рогов в деле. Всем снова привет! Добро пожаловать в нашу фэшн-лабораторию, где с помощью моды и стиля мы помогаем начать новую жизнь. И сегодня вы увидите три невероятных преображения нашей героини Алины. Три ярких лука, три прически и три макияжа. Настоящий тройной фэшн-заряд. И, кстати, Алина пока не знает, какие модные приключения ее ждут сегодня. Алина уже здесь. Позовем ее вместе. Давайте. Алина, заходи под аплодисменты. Алина, привет. Привет. Не бойся, не бойся. Привет. Так, как настроение? Боевое. Переживаешь? Переживаю. Из-за чего? Ну, вообще все как-то волнительно.
Не знаю. И неожиданно. И неожиданно, очень неожиданно. И ты не понимаешь, где ты. Я не понимаю, где я, кто я, что. Алин, смотри, это наша фэшн-лаборатория. И поверь мне, все девочки хотели бы испытать то, что сегодня испытаешь ты. Ты готова мне довериться? Готова. Сейчас я тебя познакомлю уже с нашими бьюти-специалистами, с нашим парикмахером и визажистом, которые будут работать над твоим преображением. Поэтому предлагаю в бьюти-зону и отправиться. Но сначала давай подойдем к нашему зеркалу, ты себя в последний раз такое увидишь. Хорошо. Ну давай, рассказывай мне про Алину. Какая она сейчас? Бледная. Какая еще? Ну такая невзрачная. Тебе хотелось бы проявиться? Да, хотелось бы, очень хотелось. И мне кажется, об этом мечтает твой сын. Да, мой сын, наверное, больше меня об этом мечтает. И я хочу, чтобы вот такой, серый и невзрачный, ты больше никогда не была. Прощайся с собой. Пока-пока. Что ты хотела бы сказать себе на нашем зеркале, когда ты увидишь себя новой? Что жизнь только начинается, да. И что самое лучшее будет еще впереди. Я хочу, чтобы именно эти слова ты произнесла, когда увидишь себя в новом образе. Хорошо. Давай обнимемся. Давай. Бежим к девчонкам. Пошли. Рогов в деле. Девчонки, привет! Привет! Знакомьтесь, это прекрасная Алина. Алина, это прекрасные бьюти-специалисты нашего шоу. Елена Немцева, парикмахер, и Александра Кириенко, визажист. Елена Немцева, королева светлых бликов у лица. Александра Кириенко, амбассадор размашистых модных бровей. Можно аплодировать? Привет! Привет! Девчонки, на самом деле за Алину заявку в наше шоу написал ее сын, который так заботится о своей маме, за нее переживает. Вот я хочу, чтобы у Алины сегодня глаза блестели еще ярче, чтобы она увидела себя такой, какой никогда не видела, и поняла, что все впереди. Да? Да, да, хочу. Садись в кресло. Будем обсуждать преображение. Алин, тебя ничего не смущает, что мы уже преображение обсуждаем, а примерки не было? Да, смущает. Да. Ну, тогда в этих смущениях пока и побудь. Я Хорошо. Чуть позже расскажу, что происходит, потому что вещей у меня нет. На шопинг я поеду, пока девчонки будут себя преображать. Надеюсь, все успею. Кстати, Алин, почему ты для себя выбрала челку? И как давно вообще челку ты себе соорудила? Челку мне первый раз сделали в 9 лет. И с тех пор она так со мной прижилась. Супер! А сейчас тебе сколько? 45. Супер! Ты вообще без челки никогда не была? Ну, во взрослой жизни нет. А можно посмотреть, что там под ней? Да, я вот хотела брови. О! Красота. Лен, я понимаю, что челка достаточно густая и очень широкая. Мы вообще можем с ней что-то сделать? Мне хочется распустить волосы, во-первых. Сейчас я все сделаю. Потому что волос там много. Волос много. И с годами челочка все глубже, глубже уходила. И вот она ушла. Полголовы. Полголовы. Да, это большая ошибка многих девочек, которые стригут такую ровную прямую челку. Угу. Потом парикмахеры ее равняют и убирают весь объем. Часть отрастить надо будет, да? Да, часть отрастить. Ну, я бы даже не часть, а открыла наш прекрасный лоб. И убрала бы этот цвет, потому что... Но с возрастом все-таки этот цвет очень простит и даже грустит, я бы не даже сказала. Не туда и не сюда. Ты имеешь в виду этот цвет, именно холодный оттенок, потому что я вижу, что вот здесь у нас практически уже синие волосы. Да. Так или иначе, с челкой справиться мы сегодня можем? Ну, что-то мы с ней сделаем, но на 100% мы ее не исправим. Но в любом случае мы сделаем стрижку, уберем длину. Насколько? Я бы даже чуть выше плеч. А за счет того, что мы уберем длину, потом у Алины будут отрастать волосы. Вместе с челкой. Вместе с челкой. И будет красиво. За счет цвета, который я придумала, совершенно будет по-другому смотреться. А какой цвет ты придумала? Я хочу сделать Алину потеплее. Убрать этот холодный оттенок, потому что за счет холодного оттенка у нас... становится слишком фарфоровая кожа, и проявляются вот эти синячки. Такое ощущение, что Алина все время уставшая. Я знаешь, чем согласен? Что реально цвет волос практически как цвет кожи. Да. Давай поищем вот тот самый оттенок, который Алину освежит, и с которым она без макияжа тоже будет выглядеть свежей. Вот да. К макияжу сейчас переходим. Что мы сделаем? Мне очень нравится, на самом деле, фарфоровая кожа. Мне очень легко будет с ней работать. Мне нравится форма лица и щечки. Улыбающиеся глаза, это тоже плюс. Но есть небольшое нависающее
сияющее веко, поэтому я максимально хочу открыть взгляд с помощью ресничек. Ну, я сделаю свои фишечки. И, конечно же, если мы откроем лоб, да, челку немножко передвинем, то у нас открываются брови. Соответственно, мне нужно будет тоже поработать с бровями, чтобы они были более правильной формы. Алин, сегодня от Александра Кириенко ты услышишь еще массу советов, как сделать классный макияж. Но и у меня есть бьюти-лайфхак для тебя. Смотри, крем-краска для бровей и ресниц Studio Professional придаст твоему взгляду выразительность, подчеркнет естественную красоту бровей и ресниц и создаст прекрасную базу для макияжа. И, кстати, краску легко использовать в домашних условиях. Все необходимое это найдешь в наборе. Вот так. Здорово. Девчонки, работаете? Да. Я поехал. Да. Давай. Пока. 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 Не переживай, Саша. Я не буду переживать. Главное, вещи купить теперь. До встречи. Итак, пока я еду в торговый центр, Елена Немцева начинает работать. И первым делом избавляется от слишком холодного оттенка волос Алины. Результатом станет нейтральный блонд, который, кстати, сделает глаза нашей героини еще более синими и яркими. Скоро вы в этом убедитесь. Итак, я приступаю к шопингу. Как вы уже знаете, в этом выпуске Алину ждет тройное преображение. И я должен сейчас купить для нее три разных образа. Заметьте, это не просто капсульный гардероб, где все вещи сочетаются друг с другом, а три полярных, ярких, креативных лука. Я очень хочу, чтобы новые, классные вещи и неожиданные образы вдохновили Алину на большие перемены в жизни. Приступаю. Просто пообещайте мне прямо сейчас, что вы будете комплекты готовые разбирать на составные части и стилизовать их. Ну, давайте сейчас найдем пример какого-нибудь комплекта готового. Вот комплект. У нас есть верх и у нас есть низ. Вот вы покупаете это так, и только так потом и носите. Ну, включайте, наконец, уже фантазию. Можно же вот такую курточку из эко-кожи надеть и с джинсами, и с летящей юбкой воздушной, со светлыми брюками, да с чем угодно. И вот эти брюки-бананы из эко-кожи тоже можно застилизовать совершенно по-разному. С объемной рубашкой контрастного цвета, возможно, с каким-то трикотажным джемпером. Пожалуйста, мыслите шире. Это то, чему нужно научиться и вам, и Алине. А вот еще одна вещь, так называемая вещь-конструктор. Только этот конструктор разобрать нельзя. Но вы же сами можете догадаться до того, что поверх белой рубашечки или вот такой блузы с рюшами можно надеть вязаный жилет. Так купите себе отдельно вязаный жилет и купите себе отдельно симпатичную блузу из хлопка, из шелка. И носите это и вместе, и по отдельности. В общем, я против конструкторов, которые не разбираются. Вот давайте вместе сейчас пройдемся, я вам покажу кое-что. Вокруг меня бежевая, серая, черная, ой, извините, коричневая, а я же ищу яркого. Я хочу неонового, я хочу розового, я хочу чего-то театрального, я хочу бурю эмоций. И буря эмоций не здесь. Вот прям дождитесь зеркала. Первого, второго и третьего. Пойдемте дальше, я пока без покупок. У нас реальный, настоящий, в самом делешный шопинг. Не во всех магазинах можно снимать, но я не могу устоять. И хочу вам показать находку. Это первая покупка на сегодня, и мне кажется, самая дорогая. Конечно, бюджет не резиновый, но мне для Алины ничего не жалко. Смотрите, что я нашел. Умопомрачительную юбку из парчи с невероятной драпировкой. Мне кажется, это та самая современная юбка, которая поможет Алине посмотреть на себя со стороны и новыми глазами. Юбка эта мне обошлась в 38 900 рублей. Да, это, мне кажется, будет самый дорогой лук сегодня. Я, конечно, сумасшедший. Это называется Рогов дорвался до шопинга. Рогову дали денег, и он слетел с катушек. Так, смотрите, вот рубашки. Есть голубая, но это банально. Есть белая, но белая слишком просто. Давайте посмотрим на эту. Смотрите, мы добавляем к розовой рубашке юбку, которую я уже купил. Получается круто. Сразу здесь розовый цвет в юбке проявляется. Рубашка недорогая, стоит 2999 рублей. Отлично. Юбка дорогая, рубашка нет. Будет классно. Я сейчас нахожусь у кронштейна с жакетами, и жакет сегодня обязательно должен появиться в одном из образов для Алины, потому что жакеты-то у нее были,
Но это как раз те самые несовременные куцы, слишком короткие, слишком приталенные жакеты. Жакет современный сейчас, жакет полуприлегающий, не обтягивающий. И мне кажется, светлый жакет отлично подойдет Алине. Да, этот жакет меня вдохновляет, мне он нравится. Сколько он стоит? 8299 рублей. Отлично. Пока я предаюсь неистовому шопингу, Елена Немцева приступает к стрижке. Как мы уже выяснили, Алине точно, срочно нужно отращивать челку. Ну а сейчас Елена придала ей легкую асимметрию. Да-да, вы не ослышались, асимметрию. И увела в основной объем волос. И, кстати, главный совет всем взрослым девушкам от нашего парикмахера. Никакой геометрии, четких линий и ровного среза. Только легкие волны и объемные укладки. Вы где? Вы здесь, смотрите, я вижу классные туфли, мне нравится, что вы здесь еще, мне нравится, что они яркие, красные, мне нравится, что здесь есть такая брошь на мыске и каблучок не очень высокий. Такие туфли, сейчас удивитесь, нужно непременно замиксовать драными джинсами, вот драные джинсы я найду, они рок-н-ролльчика добавят, и можно обыграть чем-то неожиданным. Вот чем неожиданно, пока непонятно. Вот это неожиданное мне нужно найти. Такой парижский шик хочется организовать. Я врываюсь в следующий магазин, и у меня есть новость. Пожалуйста, джинсы с дыркой на коленке. Но мне кажется, это правда то, что нужно Алине. Мне кажется, вы уже полпрограммы смеетесь над тем, с какой я сегодня снимаюсь прической. Но мне же тоже хочется перемен. Я встал с утра сегодня, сделал прямой пробор. Мне показалось, что прикольно. Но если вам не нравится, я не виноват. Продолжаем. Но я здесь такое нашел. Я даже не знаю, показывать вам или нет. Может быть, интригу сохранить до зеркала. Ладно, покажу. Это очень красиво. Смотрите. Стоит джемпер тоже красиво. 26 тысяч рублей. Но мне кажется, это именно тот верх, который мне был необходим к джинсам с дыркой на коленках. Так, я уже почти все купил, мне осталось подобрать топ и брюки к светлому жакету. Да, я решил, что это будут брюки и топ. Может быть, сюда? Ну, давайте так. Порассуждаем. У нас есть светлый жакет. Комплект брать я не буду, но мне из этого комплекта нравятся именно брюки. Сейчас объясню, почему. Во-первых, они будут сидеть высоко. Во-вторых, смотрите, что здесь есть. Затея. Это брюки с высокими разрезами по бокам. Мне кажется, что это классно. И цвет нежный. Со светлым жакетом выглядеть будет здорово. Я бы нашел топ в тон. Придумал я себе, да, задачку. И хочется подурачиться при помощи аксессуаров. Этот лук будет самым дешевым, а выглядеть будет дороже, чем остальные. Надо раскрыть весь потенциал этого магазина. Смотрите. Отдел распродажи, 1299 рублей. Классный шелковый топ с драпировкой. У нас есть желтые брюки, драпировка будет сверху. У нас есть шляпа, у нас есть сумочка игривая. Я куплю светлые туфли, а сверху будет светлый жакет. Все, миссия выполнена. Сегодня на шопинге вы, как обычно, уже получили множество модных советов от меня. А сейчас, внимание всем блондинкам! Представляю вам настоящий must-have от Тоники. Шампунь-нейтрализатор желтизны. Идеальное решение, если вы все же хотите сохранить холодный оттенок блонд. Специально подобранная композиция фиолетовых пигментов отлично нейтрализует желтый отлив. Дорогие блондинки, решаясь на перемены весной, помните о константе. Следить за блондом нужно всегда. Ну а я закончил шопинг, возвращаюсь в нашу фэшн-лабораторию с покупками. А тем временем Александра Кириенко приступает к макияжу. Чтобы придать коже Алины более загорелый свежий вид, наш визажист использует легкие, сияющие текстуры. Главный акцент будет на глазах. Александра смело в два слоя приклеивает ленточные ресницы. Также Александра поработала и с формой бровей Алины. Они были слишком круглыми и несовременными. И, кстати, наш визажист практически полностью изменила форму губ Алины. Но благодаря правильному оттенку карандаша смотрится это очень естественно. Рогов в геле. Я вернулся. Да? Да, смотри. Ой, так волнительно каждый раз.
Вау, вау, все. Во-первых, Лена, ты сделала что-то невозможное с этой челкой. Сейчас челка стала частью стрижки. Цвет волос изумительный. Мейкап невероятный. Ресницы у нас практически до бровей. Брови яркие. Как классно. Привет. Привет. Ну вот что может сделать цвет волос? Да. Потому что этот серый глухой цвет тебя просто стирал. Угу. А сейчас такие классные теплые оттенки, затемненные корни. И чтобы ты могла поддерживать свою красоту и после шоу, обрати внимание на косметику Тиана. Это настоящая альтернатива дорогим салонам красоты. И сегодня перед нанесением макияжа наш визажист Александра Кириенко использовала бустер для нехирургической подтяжки лица «Идеальный овал». Он обеспечивает мощный лифтинг-эффект и за 3 недели подарит тебе более четкий овал лица. Тиана, твой эксперт по красоте, держи. Спасибо. Алин, как ты думаешь, что будет происходить дальше? Вот смотри, ты уже с макияжем, с прической. Что я придумал? Может быть, сюрприз какой-нибудь? Да, тебя ждет невероятный фэшн-сюрприз. Сегодня в нашем зеркале ты себя увидишь 3 раза. Это будет 3 совершенно разных образа, 3 разных прически, 3 разных макияжа, 3 разных комплекта одежды. Я хочу, чтобы этот опыт тебя вдохновил, чтобы этот модный опыт доказал тебе, что все впереди. И я хочу, чтобы ты увидела весь потенциал своей внешности. Ты готова к такому эксперименту? Да, готова. Ну а вам, девчонки, напоминаю, что у нас будет еще 2 укладки и еще 2 макияжа. Мы готовы? Мы готовы. Ну тогда предлагаю обнимашку, переодеваемся и встречаемся у первого зеркала. Сейчас это случится. Один из самых волнительных моментов нашего шоу. Наша героиня Алина увидит свой первый образ. Алин, как настроение? Настроение отличное, боевое. Очень хочется себя увидеть. Готова? Готова. Как ты думаешь, какую девушку ты увидишь? Я думаю, что я увижу молодую, уверенную в себе, жизнерадостную. И самую модную. И самую модную. Открываю зеркало. Да. Рогов в деле. Открываю зеркало. Да. Это я? Саша. Саша, спасибо. Алина, ты видишь, какой ты можешь быть? Да, боже мой. Я, конечно, всего могла ожидать, но такого нет. Это просто невыразимые эмоции. Я никогда в жизни такого не испытывала. Мне даже вот смотреть непривычно. Любуйся собой. Мне нужно будет познакомиться с новой собой. Да. И стараться делать все, чтобы эта девушка красивое зеркало никуда не делась. Пожалуйста. Да. Это все несложно. А сейчас давайте полюбуемся первым образом Алины и рассмотрим его в деталях. С одной стороны, перед вами простой комплект. Джемпер, джинсы и туфельки на невысоком каблуке. А с другой – это яркий, дерзкий, экспериментальный лук для Алины, гардероб которой, ну вы сами помните, был устаревшим. Для меня это настоящий парижский небрежный шик. Здесь есть и гламур, вы видите камни, вышивку, стразы и расслабленность, полуприлегающие силуэты, дырка на джинсах и сумочка из денима с рисунком тай-дай. Легкая воздушная укладка и проработанный, но не слишком броский макияж идеально завершают образ. Вот что значит командная работа. Алин, тебе так идет этот образ, ты выглядишь ярко, но при этом, как мне кажется, осталась собой. И, кстати, хочу напомнить, что надо стремиться к гармонии не только снаружи, но и внутри. Если печень повреждена, помочь ее восстановлению может фосфоглиф. Современный препарат, 2 активных компонента которого помогают бороться с воспалением и восстанавливают клетки печени. Важно принимать препарат курсом на протяжении 3 месяцев. Фосфоглиф – забота о печени с удвоенной силой. Вот так. Супер! Я хочу, чтобы ты зафиксировал все те эмоции, которые ты сейчас испытываешь, и чтобы дальше по жизни твои глаза горели, чтобы они излучали вот это невероятное счастье, потому что ты достойна всего самого лучшего. Можно поаплодировать Алине? Алин, а теперь все обсудим. Как тебе Алина без челки? Непривычно, но очень нравится, потому что без челки я себя, ну, не помню. Очень как-то современно, да. Модно, очень
Свежо. Алин, я хочу теперь, чтобы ты себя с челкой не помнила. Вот прежний, пожалуйста, не остановись. На тебе очень классные вещи, которые могли бы быть инвестициями в твой гардероб. И к тому же все эти вещи ты можешь носить по отдельности. Смотри, у меня здесь есть дополнительный набор неких базовых вещей. Ты можешь, например, эти же джинсы надеть простым джемпером. Ты можешь поменять туфли-лодочки на... Пожалуйста, нейтральные белые кеды, сверху может быть тренч-коут. И Алина выглядит чуть менее нарядно, но при этом современно. Это очень важно, понимаешь? Да. Или ты можешь, например, взять этот джемпер и добавить ему чуть-чуть нарядности при помощи шелковой летящей моей любимой плессированной юбки. Или юбку можешь надеть синюю, юбку из шелка. Понимаешь, сколько на самом деле можно придумать комбинаций с теми вещами, которые сейчас на тебе? А теперь я докажу вам свои слова на практике. Вы же видите, как голубые расслабленные джинсы круто смотрятся с простыми вещами. Джемпером, тренчем и белыми кедами. И, кстати, запоминайте, у такого лука нет возраста, он подойдет буквально всем. И вернемся к нарядному джемперу. Если надеть его с шелковой юбкой, получится образ, в котором Алина смогла бы отправиться, ну, например, в театр, куда она так любит ходить. Мы с тобой не останавливаемся. Бежим с тобой прямо сейчас к Лене и Саше. Переделаем прическу, доработаем макияж, и ты снова увидишь себя в нашем зеркале. Хорошо. Бежим? Бежим. Лена, Саша, идите сюда. Садись. Ну как? Ой, так здорово, мне так понравилось. Девочки, спасибо большое за прическу, за макияж. Такой красивый я себя еще в жизни никогда не видела. По тебе все было видно. Мне кажется, Алина просто не знала, куда двигаться дальше. Угу. Может быть, мы сейчас мою любименькую провернем? Можно просто убрать волосы за ухо, можно чуть-чуть добавить объема и немножко усложнить макияж. Может быть, сделать его чуть более драматичным. Может, заколочки какие-то есть еще? А, давайте вот. Точно. Я посмотрю заколочки, какие-то серьги. В общем, преобразим минимально, но действительно будет совершенно новый, необычный. Обычный образ. Даже вот так уже. Класс. И можно челку чуть больше. Повыше. Да. Да. Но я посмотрю, что у меня там есть в коробочке. Встречаемся через полчасика у зеркала. Супер. Рогов в деле. Как я все это обожаю. Сейчас это снова случится. Самый яркий, самый впечатляющий момент нашего шоу. Наша героиня Алина увидит свой второй образ. Алин, ты готова? Да, готова. Точно? Точно. Кем ты себя сейчас чувствуешь? Голливудской звездой. Или Марлен Дитрих, или Одри Хепберн. Я не знаю. Гениальные сравнения. Ты себя еще не видела, но уже себя так чувствуешь. Открываю зеркало? Да. Оп. Саша. Ну что, голливудская звезда? Ну, даже лучше. Шик и блеск. Угу. 30-е годы прошлого столетия. И снова без челки. И прям вот теперь понимаю, что есть жизнь без челки. Вот есть. Гениально. Есть жизнь без челки. Алин, вопрос про твоего сына, про заказчика преображения. Как ты думаешь? Ему бы понравилось то, как ты сейчас выглядишь? Я думаю, что для начала меня, наверное, бы не узнал. Но думаю, что да, Данила был бы доволен. Ну, и Никита тоже. А как ты думаешь, что бы им особенно понравилось? Ну, я думаю, ему понравилось, что мама такая опять веселая, что мама улыбается. Я думаю, что для них вот это главное, конечно. Это не про одежду, не про то, как ты сейчас одета. Это про то, как ты себя сейчас чувствуешь. И Данила именно этого хотел. Мне кажется, чего-то не хватает, смотри. Та-дам! Сейчас вот так мы сделаем на одну сторону. Вот то, что нужно. Это тот самый эксперимент, который был тебе нужен. В этом формате меня просто не остановить. И второму образу для Алины я решил добавить театральности при помощи шляпы. Комплект получился нежным за счет цвета и острым за счет деталей. Это разрезы на брюках, сумочка из бисера, крупные серьги и модная заколка. Тебе так идут шляпы? Я даже не ожидала. Тебе так идут шляпы, пожалуйста, носи необычные аксессуары. Ты умеешь это делать. Ты просто забыла о том, как это делать.
Этот сложный образ на самом деле состоит из носибельных вещей. Чуть менее пафосным этот лук сделает простое, но при этом яркое платье с кулиской на талии. А также этот жакет все с теми же аксессуарами, заколкой, сумочкой и туфлями можно надеть с обожаемыми мной простыми вещами – нейтральным джемпером и плиссированной юбкой. Супер! Ну что, третий образ? Да. Самый яркий. Я тебе обещаю цветотерапию. Бежим к Лене с Сашей? Да, бежим. Ну тут даже не бежать нужно, а вот так идти под ручку. Девочки, девчонки, вот вы узнаете в Алине ту девушку, с которой вы познакомились утром. Ну давай, рассказывай мне про Алину. Какая она сейчас? Бледная. Какая еще? Ну, такая невзрачная. Вообще не узнаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Но, как вас зовут? Но это же что-то невероятное. Это такой стайл. Шик. Да? Да, очень красиво. Вообще, нереально. Алин, садись в кресло. Мы с девчонками обсудим третий образ. Смотрите, третий лук будет супер ярким. Там будет очень много цвета. И я думаю, может быть, вот здесь выпустить, наоборот, пару прядей, убрать волосы в какой-то высокий такой небрежный пучок. Я знаю, ты умеешь это делать. А вот с макияжем... У меня два варианта есть. Или сделать такую легкую стрелочку, но не хочется перегружать тоже лицо, потому что у нас уже много и ресницы, и много теней, и еще такие активные брови. Поэтому, скорее всего, еще вариант губы. Чуть поярче, но не прям красный, не прям четкий, но добавить такой маленький акцентик, но очень, очень деликатно. Классный план. Счастливая. Так это же про это наше шоу. Да. Про то, что за один день можно, не знаю, другим человеком стать. Приступайте к работе. Через полчасика встречаемся у зеркала. Окей. Сейчас это снова случится. Самый яркий, самый волнительный момент нашего шоу. Наша героиня Алина увидит свой третий образ. Алин, ну как ты? Я готова. Я очень благодарна сыну, что он все-таки написал. Сначала я хочу, чтобы ты увидела этот образ, потом все обсудим. Открываю зеркало. Да. Рогов в деле. Открываю зеркало. Да. Боже. Саша, ну просто у меня нет слов. Но такое точно я вот никогда себя не видела. Никогда я себя, наверное, не ощущала в полной мере женщины, которой я сейчас себя ощутила. Вы мне дали такой толчок. Я поняла, что что бы у нас в жизни не происходило, это, конечно, всегда останется с нами, это всегда останется со мной. Но жизнь, она прекрасна, жизнь, она продолжается. Я надеюсь, что с вашей помощью я пойду дальше с высоко поднятой, красивой головой. Да. На высоких каблуках. Да. Буду улыбаться этому миру, и мир будет улыбаться мне. Да, Алин, спасибо тебе большое за эти слова. Спасибо вам большое, спасибо. Алин, ты потрясающая, ты великолепная. Я уверен, что твой супруг был бы счастлив увидеть тебя такой, с горящими глазами, счастливую, довольную, привлекательную, невероятно. Но ты сказал правильно, жизнь продолжается? Да, жизнь продолжается. Мы двигаемся вперед. Я знаю, что ты к этому готова. Мне очень нравится твоя позиция, что это твоя жизнь, и тебе решать, что с ней будет дальше. Но я хочу, чтобы ты по жизни шла с улыбкой на высоких каблуках. Да? Да, спасибо. Предлагаю рассмотреть третий образ Алины. Я же обещал цветотерапию, и Алина ее получила. Юбку нежного оттенка с драпировкой я решил обрамить экстремально яркими вещами. Здесь и розовая рубашка, и салатовые туфли, и клатч-кастет цвета Electric Blue. Обратите внимание, ручка клатча инкрустирована разноцветными камнями. И серьги у Алины с кристаллами точно таких же оттенков. Лук сам по себе уже такой сложный, что мы решили заколоть волосы в небрежный, как будто бы наскоро собранный пучок, и сделали губы Алины чуть-чуть ярче. Алин, шоу почти закончилось, у меня есть две новости. Одна плохая, одна хорошая. Начну с плохой, можно? Можно. Итак, так или иначе, в подарок от нашего шоу тебе может достаться только один комплект из тех трех, которые ты примерила. Но хорошая новость в том, что все эти простые базовые вещи я тоже с радостью тебе подарю. Ты готова принять решение, какой образ ты хотел бы получить в подарок от меня?
подумаю. Я тебе даю время подумать, вы не переключайтесь. Совсем скоро вы узнаете, какой комплект выбрала Алина. Алин, спасибо тебе большое. Спасибо. Ну а пока наша героиня делает выбор, давайте вспомним, как это было. Несколько дней назад я познакомился с Алиной, заявку за которую в наше шоу написал ее 13-летний сын. Он очень переживает за свою маму, и у этого есть причины. Она после смерти отца была очень занята в себе, все время была подавлена. Мы 2 года боролись с онкологией, но, к сожалению, победить мы ее не смогли. И вот я стояла, я не знала вообще, как ему это объяснить. Я решил, что именно модная экспресс-прокачка поможет Алине начать новую жизнь. Какие у тебя планы личного характера? Грудь, талия, линия бедра, платье жуткое, все остальное супер. 3 ярких лука, 3 прически и 3 макияжа. Настоящий тройной фэшн-заряд. Юбка эта мне обошлась в 38 тысяч 900 рублей. Этот лук будет самым дешевым, а выглядеть будет дороже, чем остальные. Ты вообще без челки никогда не была? Ну, во взрослой жизни нет. Боже. Ну, если вам не нравится, я не виноват. Есть жизнь без челки. Рогов в деле. Итак, подведем итоги. Алина примерила 3 лука. Первый – с вечерним джемпером, джинсами с дыркой и яркими туфлями. Образ обошелся в 36 687 рублей. Затем Алина увидела себя в дерзком комплекте в светлых тонах. Весь лук, включая аксессуары, стоил, внимание, 21 384 рубля. И третий образ на выбор для Алины на основе театральной юбки из парчи с неоновыми деталями. Стоимость лука – 58 529 рублей. Через несколько мгновений вы узнаете, какой образ достанется Алине в подарок от нашего шоу и как на ее преображение отреагируют близкие и особенно ее сын Данила. Рогов в деле. Вот образ, который выбрала Алина, который достанется ей в подарок от нашего шоу. Алин, я тебя поздравляю с твоим преображением. И мне кажется, самое главное, это не одежда, а то, что ты получила в подарок уверенность в себе. Так ведь? Да, так, Саша, спасибо большое тебе. Спасибо большое Лене, Саша. Спасибо большое всем, всем твоей команде. Я вас очень люблю. И мы тебя просто обожаем. Алина, только вперед, вот с такими невероятными горящими глазами. Да. Алин, здесь твои близкие, там целая армия поддержки во главе с твоим сыном. Они хотят тебя увидеть. Позовем их? Да. Фу. Заходите, гости! Здравствуйте, проходите. Как вам? Очень. Алин, у меня тоже для тебя есть цветы. Держи. Тебе статуэтка на память об участии в нашем шоу. Я знаю, что прежней ты больше не будешь. Я вижу, как блестят твои глаза. Спрошу заказчика. Принимаешь работу? Конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте прощаться с нашими зрителями. Мы смотрели модное шоу «Рогов в деле» на канале СТС. До встречи на следующей неделе. Мы вас снова удивим. Всем пока!